Вас приветствует информационная служба канала БТБ. В студии Виктория Третьяк. Президент Украины посетит сегодня с рабочей поездкой Житомирскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Петр Порошенко побывает на одном из военных полигонов, а также на государственном предприятии «Житомирский бронетанковый завод». Накануне президент посетил ремонтный бронетанковый завод во Львове. Там он осмотрел образец новой бронемашины «Дозор», которую планируют вскоре запустить серийное производство. По инициативе Петра Порошенко ее испытали на прочность. Броня кузова выдержала, пуля насквозь не прошла. Главной задачей сегодня президент назвал реформирование оборонного сектора страны и заверил, что соответствующий план до конца года передадут в парламент. По убеждению главы государства, нужно менять устаревшие подходы в подготовке вооруженных сил и использовать новые методы, которые применяются странами НАТО. Именно для этого утверждены специальные программы подготовки и оснащения украинских военных. Возможно, впервые за время независимости украинское войско знает, зачем его готовили, и может проявить свои лучшие качества. Государство перевело экономику на военные рельсы и отдает все, что может сейчас для того, чтобы наша армия, наши вооруженные силы были сильнейшими. Для того, чтобы наша армия, наше войско, наши вооруженные силы были наисильнейшими. Пригород Луганска. Террористы обстреливают из минометов и гранатометов. Под прицельный огонь попала и теплоэлектростанция в городе Счастье, где возник пожар. Об этом сообщает пресс-центр оперативного командования «Север». Также, по их данным, террористы используют новый метод дискредитации украинских военнослужащих. За полчаса до прибытия представителей международной организации в район потенциального вооруженного столкновения они начинают стрелять по позициям сил АТО. При этом с расчетом, что украинские войска откроют огонь в ответ. Именно во время работы комиссии, которая, в свою очередь, зафиксирует факт нарушения договоренности украинской стороной. За минувшие сутки боевики трижды штурмовали позиции сил АТО в Донецком аэропорту. В результате один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения. Об этом заявил спикер информцентра СНБО Андрей Лысенко. В итоге часть старого терминала была охвачена пожаром. Также загорелось несколько жилых домов. В то же время ситуация в районе Донецкого аэропорта остается под контролем украинских силовиков. В пресс-центре АТО сообщили, по состоянию на утро субботы террористы продолжают обстреливать блокпосты, опорные и наблюдательные пункты. Пункты в районе Дебальцево, Углегорска, Чернухина, Попасной и Счастье. Из реактивных систем залпового огня «Град» боевики вели огонь по украинским позициям вблизи Невельского, Новомихайловки и Красногоровки. По факту обстрела боевиками жилых кварталов Дебальцево Донецкой области военная прокуратура начала уголовное производство по статье «Терроризм», сообщает пресс-служба ведомства. Накануне боевики с целью запугивания населения открыли огонь из артиллерии и минометов по жилым кварталам города. В результате обстрела разрушен многоэтажный жилой дом. На месте происшествия работала прокурорско-следственная группа 33-й военной прокуратуры. Сведения внесены в единый реестр досудебных расследований. Пророссийские боевики пытались скрыть свою причастность к убийству сотрудника Международного комитета Красного Креста, использовав связи с российскими медиа. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Фейсбуке. В подтверждение этой информации украинские правоохранители опубликовали запись перехваченного разговора между так называемым премьером ДНР Захарченко и спецкором российского канала РТР. Эти материалы, как сказано в сопроводительной записи, подтверждают факт фальсификации причастности украинских силовиков к убийству представителя Красного Креста в результате артобстрела Донецка. Алло. Приветствую вас. Да, здравия желаю. Ну, это Красный Крест, швейцарец. Ага. 76-го года. А что он там делал? Ну, это я не знаю, что он там делал, но Красный Крест уже всю плешь проел. Завтра ну, будем писать там соболезнования и все остальное. Скажем, какие плохие украинские военные, не имеют места стрелять. Покажем Красному Кресту осколок фосфорной бомбы, который был якобы насквозь пробит, да, его ихний сотрудник. Угу, угу. Но они ураганы используют, да? Ну, стреляли. Ну, кусок лежит кассетной этой херни, короче. Там фосфор внутри нашли. Так что завтра будем всему миру показывать, чего они бьют по Донецку. Давайте сделаем, чтобы мы, людей обвиняли по делу, не голословно, да, чтобы провел некий анализ. Будет хорошо.
Напомним, 2 октября в результате обстрела боевиками центра Донецка погиб сотрудник Международного комитета Красного Креста швейцарец Лоран Этьен. Банформирования вели огонь по городу, предположительно, из реактивной системы «Ураган». Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в нашей стране. В МИДе Украины заявили, что считают гибель сотрудника Красного Креста терактом и подчеркнули, что причастные к этому преступлению лица и организации должны быть привлечены к ответственности в соответствии с нормами украинского и международного законодательства. Евросоюз шокирован смертью сотрудника Красного Креста. Об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон и еврокомиссара по гуманитарной помощи Кристалины Георгиевой. Дипломаты также высказали сожаление по поводу увеличения жертв среди мирного населения в зоне АТО на Донбассе. Украина имеет неопровержимые доказательства того, что снаряд, убивший сотрудника Международного комитета Красного Креста в Донецке, прилетел с территории, подконтрольной боевикам. Об этом заявил в Нью-Йорке постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев. Он также заверил международное сообщество в том, что Украина проведет открытое расследование этого дела. Дипломат сообщил, что центральный офис Красного Креста в Женеве уже подготовил доклад о гуманитарной ситуации на Донбассе, который будет обнародован позже. В документе идет речь об инциденте в Донецке. Сергеев подчеркнул, что доклад содержит подтверждение того, что украинских военных в офисе Красного Креста на момент попадания снаряда не было. Он заявил, что Украине нечего скрывать, и она готова обеспечить доступ международных представителей к расследованию этого и других подобных инцидентов. Более 3600 человек погибло и 8500 получили ранения с начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. В нем также указывается, что бои на востоке Украины продолжаются, несмотря на подписанный 19 сентября меморандум о прекращении огня. При этом наиболее сильным атакам подвергаются Донецкая и Луганская области. Там, по данным на 3 октября, проживает более 5 миллионов людей. Количество внутрипермещенных лиц составило почти 380 тысяч человек. Напомним, ранее Генсек ООН предупредил о последствиях нарушения перемирия на Донбассе. В Организации Объединенных Наций также назвали недопустимым обстрел школы в Донецке. Сотрудники службы безопасности Украины обнаружили вблизи Лисичанска Луганской области замаскированный тайник с арсеналом оружия и взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Из тайника изъяли гранатомет, противотанковое ружье Симонова, 160 патронов, оптические прицелы и средства мобильной связи. По данным спецслужбы, боевики планировали взорвать объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения. Для этого приготовили 10 километров электрического кабеля и устройства для дистанционного подрыва. Личности злоумышленников установлены. Это местные жители, которые по заданию главарей так называемой Луганской Народной Республики готовили теракты. Продолжаются оперативно-следственные действия. Сегодня в Мариуполь прибыла международная комиссия по делимитации границ 30-километровой буферной зоны. Этот рубеж призван разделить воюющие стороны в соответствии с минскими договоренностями. По сообщению горсовета Мариуполя, сотрудникам миссии предоставили помещение для работы и всю необходимую оргтехнику. Россия должна повлиять на боевиков, чтобы прекратить обстрелы. Об этом заявила представитель Госдепа США Дженнифер Псаки. По словам дипломата, Штаты призывают все стороны конфликта на востоке Украины принять меры по предотвращению гибели невинных людей. Она подчеркнула, что участникам конфликта следует действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Псаки также отметила, что Россия должна незамедлительно использовать свое влияние на боевиков и остановить поставки оружия и оборудования в Украину. Обстрелы и нападения на востоке Украины усилились, особенно в районе Донецка и в его аэропорту. С момента подписания соглашения о перемирии 5 сентября жертвами продолжающихся актов насилия стали более 200 человек, среди которых множество невинных людей, женщины и дети. Россия должна повлиять на боевиков и изменить ситуацию, направив ее в мирное русло. Красные телефонные будки Лондона превращаются в зарядное устройство для гаджетов. Вместе с назначением они меняют и цвет. Из красных будки станут зелеными. Работать будут на солнечной энергии. Первые 6 таких зарядок представили на этой неделе на улице Тоттенхэм Корт Роуд в центре британской столицы. Воспользоваться устройством можно бесплатно, но пока телефон будет заряжаться, придется посмотреть рекламу. Известные по всему миру телефонные будки в Британии давно потеряли свое истинное назначение.
вооружения. Некоторые из них переделывают в библиотеки или устанавливают в них медицинское оборудование. Ну и далее курсы валюты и цены на бензин. Увидимся.